Как мы знаем, освещенность – это физическая величина, численно равна световому потоку, падающему на единицу поверхности. Единицей измерения освещенности в системе Си служит люкс. Прибор, с помощью которого можно измерить уровень освещенности, называется люксметр. Люксметр МТ-4007 – это прибор, способный измерить уровень освещенности как в люксах, так и в фуд-свечах. Диапазон измерения в люксах составляет от 0 до 20 тысяч. В фуд-свечах также от 0 до 20 тысяч. Прибор выполнен в удобном эргономичном корпусе из качественного пластика. Конструктивно состоит из кремниевого фотодиодного датчика, скрытого под защитным кожухом, блока обработки информации, дисплея и функциональных кнопок. Чтобы установить, в каких единицах производить измерения, в люкс или свечах, необходимо на передней панели снять защитную крышечку и установить переключатель в нужное положение. Для начала работы прибора снимаем защитную крышку сенсорного датчика, включаем прибор нажатием кнопки MES. Под экраном располагаются три кнопки управления. С помощью крайней правой кнопки выбираем диапазон измерения, как для измерения в люксах, так и для измерения в свечах. Предусмотрено 4 диапазона – от 0 до 20, до 200, до 2000 и до 20000. Если в момент измерения показания больше, чем установлен диапазон измерения, то прибор высветит значение 0. Тогда необходимо еще раз нажать на кнопку. Размещаем прибор горизонтально в нужном нам месте. При этом датчик не должен закрывать лишние предметы или падать на него тень от посторонних предметов. Измеренные данные отображаются на ЖК-дисплее. Для удержания показаний нажимаем крайнюю левую кнопку Hold. Также в приборе реализована функция отображения пикового или максимального значения. Для этого необходимо нажать кнопку, расположенную в середине. Люксметр МТ-4007 поставляется и хранится в удобном чехле. Также прибор можно извлечь из чехла и с помощью специального крепления расположить на ремне. Сфера применения МТ-4007 довольно обширна и включает в себя такие области, как охрана труда, сельское хозяйство, метрология, приборостроение и так далее. Также можно проводить измерения уровня освещенности в учебных заведениях, библиотеках, музеях, архивах, медицинских учреждениях.